Այսօր տեղի ունեցել հերթական հեռախոսազրույցը Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների միջև երկու երկրների միջև բարեկամության, համագործակցության և փոխօգնության պայմանագրի կնքման 25-ամյակի առիթով։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության խոսվել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակից։ Նախ տեղափոխվենք Մոսկվա, Մոսկվայից մեզ հետ կապ է հաստատել ռազմական փորձագետ, պահեստի գնդապետ Ալեքսանդր Ժիլինը։ Զրասույցի, Ալեքսանդր Իվանովիչ։ Այսօր նորից խոսել են Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարները, քննարկել նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Ռազմական փորձագետի աչքով կգնահատեք իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ։ Сегодня снова говорили руководители России и Армении, обсуждали вопрос Нагорного Карабаха. Глазами военного эксперта оцените реальную ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Что касается Нагорного Карабаха, то вызывает тревогу поведение Азербайджана. Ползучую оккупационную деятельность, достигая так или иначе своих поставленных целей. Это не может не вызывать тревогу еще и потому, что здесь исторический свидетель. Если у кого-то есть взять территорию, если у кого-то есть какие-то территориальные интересы, им можно противостоять этим интересам только силой. Разглагольствование «давайте жить дружно» — это для мультика про кота Леопольда. Силы, вооруженные силы и четкая позиция. Ни метра, ни сантиметра своей земли не отдадим. Это моя точка зрения. Правильно. Иск инче картун, Бакун искапес узуме сэрэл иравичак, это артакин патвере катарум. А как вы думаете, Баку действительно хочет обострить ситуацию или выполняет внешний заказ? Вы знаете, все события последнего времени свидетельствуют о том, я имею в виду и тот конфликт, который был, свидетельствуют о том, что Азербайджан стал определенным плацдармом интересов Турции. Эрдоган себя ведет там совершенно свободно. Он ставит задачи. Для кого секрет, что турецкие специалисты готовили азербайджанскую армию для агрессии? Это для кого-то секрет? Нет. Может быть, мы не видели турецких беспилотников, которые поражали в том числе храмы Армении? Мы это все видели. Почему-то многие молчали. Так сказать, не реагируя на эту военную помощь, которая осуществлялась ведь не для обороны Азербайджана. Наступательные вооружения не поставляются для обороны. Они поставляются только для агрессии. Кстати, это молчание до сих пор инкогнито считается для всех. Да, это молчание, оно такое лукавое, понимаете? Со всех сторон, кстати, да? Совершенно верно. Вот посмотрите, как ведет себя лидер Турции. Я должен сказать, он очень эффективный. Он очень эффективный манипулятор. Да. Он работает на многих фронтах и достигает успеха. Он приезжает в Сочи к Путину, они там чудесным образом разговаривают, о чем-то договариваются и так далее. Он приезжает на мероприятие, которое проводит Украина, и заявляет, тут же, вот буквально только прилетел из Крым украинский, нужно немедленно его вернуть. Москва? Что Москва? Может, помидоры запретила хотя бы? Может быть, как-то отреагировала? Она не может отреагировать, потому что если он закроет нам проливы, наша группировка в Сирии окажется в чудовищном обстановке. Кто эти ловушки расставил? Или, ну что, нужно быть семи пядей во лбу, чтобы не проанализировать стратегические угрозы?
Вы знаете, сколько туристов сейчас отдыхают, русских туристов в Турции? Цифры я не помню, но мне думается, что огромное количество, поскольку другого варианта нет. Александр Иванович, звук пропадает. Я вас слышу хорошо. Да. Իդեպ, Թուրքիան արդեն 5-րդ անգամ բարձրացնում է Բոսֆորի և Դարդանելի նեղուցներից օգտվելու մաքսաթուրքը։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Кстати, Турция уже в пятый раз увеличивает плату за проход через проливы Босфор и Дарданеллы. Интересно, да? Да, очень интересно. А мы строим фактически за свои деньги атомную станцию. Мы турецкий поток обеспечили, мы много чего обеспечили. Мы простили убийство летчика своего, когда ударили в спину.